Кооперация и интеграция. Что это такое и как это можно использовать для развития собственного дела, фермерам области объясняют специалисты Департамента агропромышленного комплекса. Этой теме посвящены выездные совещания по реализации областной программы «Семейные фермы Белогорья». Они проводятся ежегодно во всех районах области. В этом году начали с Красноярушского. Он считается одним из показательных в социально-экономическом развитии сельских территорий. Продолжит Ольга Петренко. Программа «Семейные фермы Белогорья» в регионе работает уже 8 лет. Если в самом начале основной задачей программы было создание рабочих мест на селе, то сегодня сельские предприниматели уже борются за качество продукции и рынки сбыта. Помочь в этом может создание сельскохозяйственных кооперативов и интеграция фермерских предприятий с агрохолдинговыми. Хозяйство Сергея Литвиненко специализируется на инкубации яиц. За прошлый год здесь произвели 76 тысяч голов молодняка домашней птицы, за которую жители Белгородской области заплатили птицеводу почти 6,5 миллионов рублей. Как расширить бизнес и увеличить прибыль за счет интеграции с одним из агрохолдингов района, подсказали фермеру участники выездного совещания. Сейчас у него заканчиваются отношения на том, что он продал цыпленка. Все, больше у него отношений нет. А если как бы у нас будет цепочка, мы будем понимать, что спрос, мы спровоцировать должны спрос на цыпленка. Чем больше будет спрос, тем больше у него, конечно, будет оборот, естественно. И у него ограничения только будут его мощностями инкубации. Конечно, пока фермеры относятся к нововведениям по-хозяйски настороженно. На самом деле, чтобы участвовать в кооперации, не обязательно даже становиться членом кооператива. Достаточно договора и желания развивать свое дело. Наша задача сейчас, предпринимателям донести о том, что их кооперация только им на благо. То есть их наработки, которые имеют, доходность, которую они имеют от своего небольшого бизнеса, они могут увеличивать. То есть мы можем создать мультипликационный, получить мультипликационный эффект от этого. В прошлом году семейные фирмы Белгородской области выручили от продажи своей продукции более 12 миллиардов рублей. Говорят, если кооперация и интеграция заработают так, как того ожидают, эта цифра увеличится. Вырастут объемы и рентабельность производимой фермерской продукции. Ольга Петренко, Дмитрий Коваленко, Новости мира Белогорья.